Приготовились. Раз, два, три. Поехали. Здорово. Я не понял. Так, второй тур. Раз, два, три. Я понял, не получится. Не получится. Переходим к драке. Держать отвечаю. Мужики, для того, чтобы их побить, нам нужно с вами подготовиться. Смотрим на меня. И повторяем за мной. Бригада! Нет, так не пойдет, ребята. Давайте, агрессивно. Молодцы. Агрессивно. Идите обратно. Идите обратно. Вы поняли, да? Приготовились. Все, другое дело. Ну сразу же понятно, да, все. Все хорошо. Девочки, приготовились. Сейчас мы, ну как мы можем делать? Лапуля. Делаем такое движение. А. 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 Да, отлично. Все. Начинаем драку. Но танцевальным образом. Как я говорю, девочки, танцуют девочки, мальчики не двигаются. Как я говорю, мальчики, танцуют мальчики, девочки не двигаются. Все поняли, что я сказал? Ты я уже сам не понимаю, что. Танцуют девочки. Цыганочку. Веселый добрый танец. Пошла грудь. Ноги. Танцуем. Коллективный танец. Но с мужчинами не контактируем. Ага. На центр, эти. Красавица. Молодцы, отходим назад, 4 шага назад. Наш ангел лучший сюда. Я даже не знаю, как это комментировать. Это женщина неопределенная. Мужчины. Женщина за. С изюминкой. Берем все равно, берем друг друга за плечи. Кан-кан. Не кан-кан. Ну ладно. Черт, кан-кан, да. И танцуем. Греческий танец. Все такие. Надо ноги закидывать. Только папа, помните, у вас на голове малыш вырос. Молодцы, хорошо. Вот что такое арт-хол. Лучшее заведение в городе. Приготовились, сейчас идем на убыстрение. Раз. Два, раз, два, три, два. Спасибо. Спасибо. Сердце, сердце, почки, печень. Девочки, сейчас будет ответочка. Для того, чтобы правильно ответить, вам нужно поднять правую ногу выше. Правую, правую, да. Правую. Нет, левую. Нет, правую. Левую. Не стесняйтесь, не надо держаться за платье, что вы его сам добили. Дайте свободу чувства. Странное. Выше, выше, выше. Стоп. Спасибо, мы все рассмотрели, все хорошо. Мужчины, сейчас иду, выберу, кто же это будет, кто же это будет. Так, 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 так. Кто самый борзый? Поднимайте руку. Нет. О, хорошо. Жених, аплодируем, поддержим. Так, так, так. Ага. Ого. Ну все, джигиты, поехали. Ди-ди-да-ди. Thank you.
Я только что увидел, как танцует грузинский украинец. Здесь грузин танцует. Вы знаете, как? Сало, сало, сало. В общем, а сейчас вы увидите, насколько организованы девчонки. Вот смотрите, несколько слов, и они делают то, что я скажу, и включаются очень быстро. Девочки, внимание, поворачиваемся правым боком к мужчинам, выстраиваемся в одну шеренгу, ближе друг к другу. Смотрите, видите? Феноменальная организованность, просто четко. Так могут делать только женщины. А теперь дальше, внимание. Приподнимаем платье подруги, стоящей впереди. Вообще не проблема, знаете? Причем каждый приподнимет так, чтобы вот все насладились. И что? Платьечко подымите, молодой человек. Приподнимаем, приподнимаем, не стесняйтесь. Ну что вы с нами делаете? Ну, девчонки, давайте за невесту. Жжем. Знаете, все девочки как девочки, все с таким лицом, только одна девочка сзади вас такая. Чем было вызвано? Что? Это азарт, говорит. Смотрите, какие у меня организованные пацаны. Вот сейчас вы просто поймете, кто в этой жизни круче всех. Мужчины, поворачиваемся к девочкам спиной, нагибаемся и берем себя за попу. Причем, смотрите, секунда, и уже все готовы. Все готовы к войне. Да, снимай, снимай. Ребята, значит так, за нами поселок. Давайте, сделаем это. Поехали, самцы. Малыш, ты можешь это не делать. На счет три поворачивайте, идем уже. Раз, два, три. Взгляд самца, за попу можно уже не держать себя. Пошли, пошли. Стоп, 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 куда? Не та вечеринка сегодня. Дорогой жених, где вы? Становись на центр. Давай с тобой поплодим твоим друзьям. По-моему, было очень круто, молодцы. Но сейчас все зависит от тебя, твоя любимая. Не забыл, чего-то нам здесь счастливая, между прочим, там много чего ждет от тебя. Тебе нужно будет признаться ей в любви и немножечко подставлю. Тебе нужно потом будет пообещать три материальные вещи, которые ты купишь ей до конца этого года. Смотри, видеокамера раз, видеокамера два, глаза три, свидетели много. То есть обещаешь что-то, что ты точно сделаешь до конца этого года. Сначала признание. Все ушло. Дорогая моя жена, верная, красивая, надежная, любимая, самая умная. Я тебя очень сильно люблю. И до конца года. Обещаю тебе купить новую повязочку для хвостика. Точно! Ладно, зимняя резина дорого, вонючку в машине. Потому что старая закончилась. Ну, пахнючку в таком случае. Ну, и так и быть, тебе, как моей самой красивой девушке на свете. Ладно, куплю тебе губную помаду. А ты приколись, но будешь сидеть без ужина, знаешь.
Ну, взрослые знают, что я говорю. Нет, молодец. Хорошо. Давайте ставите по центру, вот здесь, вот в этом квадрате. А мы с гостями сделаем большой-большой круг. Только перемешайтесь друг с другом. Ты что зеваешь? Я уже помешал.